якобы с 100% натуральным мясом. Залить написано по линию. Попробуем, что такое бизнес-ланч. Так, тут у нас что написано? Способ применения. Крышку лотка, достаньте пакет, высыпьте содержимое. Достаем, высыпаем все содержимое. Не знаю, может быть, я что-то делаю, конечно, и не так. Может быть, это нужно было делать потом с мясом. Но, тем не менее, так. Настоящие кусочки мяса. Ну, не знаю, выглядит как какой-то кошачий корм. Так, заливаем все это дело. Накрываем все это дело. И будем ждать целых 4 минуты. Ну, пока заваривается наша лапшичка с мяском, сделаем капучинку. Такой получается неправильный, совершенно неправильный обед на работе. Ну вот, капучино готово. Осталось только дождаться лапши. Ну, собственно говоря, как и предполагал, я сделал кое-что неправильно. А именно, сам этот субстракт надо было по картинкам даже открыть овощи. Далее эти овощи высыпать, залить водой на 4 минуты, потом слить воду и потом уже добавить мясную консерву, так называемую. Но с водой-то оно вкуснее, поэтому приступим к дегустации. Естественно, что я выбросил вилку, потому что это не вилка, это вообще непонятно что. Ну, мясная консерва, оставим ее на потом. Сейчас попробуем, что у нас получилось, съедобно ли это вообще. Видно, что распарилось, но не переварилось, то есть нормальной консистенции. Но опять же, трудно с чем-то сравнивать, но тем не менее, это по вкусу почти как мивина. Вот, я не знаю, роллтон это или не роллтон, но вот нормальное состояние неразваренной лапши. Она довольно-таки вкусная. Мясо небольшие кусочки. Но в целом, да, это действительно вкусная, вкусно приготовленная говядина. Надо будет все-таки сделать по рецепту. Слить воду, а не делать супчик. Но тем не менее, даже так, я думаю, можно легко употребить во время обеда. Не повторяйте сей эксперимент у себя дома.
потому как не сильно полезная эта еда для каждого дня. Но мы же знаем, что то, что не полезное, зачастую бывает очень-очень вкусным. В общем, всем приятного аппетита. Токийский гуль вам в друзья. Всем пока.